Срок выдачи загранпаспорта, в том числе биометрического, сократят на месяц. Максимальный срок в 4 месяца планируют сократить до 3. Но только в том случае, если документы поданы по месту пребывания. На сайте Кабмина размещено соответствующее распоряжение правительства о внесении законопроекта на эту тему в Госдуму. В случае, если решение будет принято, услуга по оформлению загранпаспорта будет более удобной и доступной.